Что ты, миленький, хочешь гулять? Гулять? Опять? Иди сюда, иди сюда. Иди оденем. Оденем, садись. Садись. Садись ждать. Ждать. Сейчас оденем. Блин, куда поставить? На ногу? Вообще, как мне надо подставка. Иди сюда. Давай. Давай. Давай, умница моя. Давай. Прищемила ушко. Вот Ира. Руки не с того места. Прости, детка. Пошли. Ой, я ж хотела еще это сам сделать. Что-то на голове. А то у меня как у дурного на хате. Вообще капец. Сейчас перезаплету немножко, потому что вообще какой-то этот трэш. Хора, ждать. Сейчас. Ну что, вроде перезаплела. Не хочу про эти сандали. Пойду в тапочках. Пойдем. Люсечка, пойдем. Ждешь? Какая ты умница. Девочка. Прибегочка. Красный закат. Пойдем. Так, шорты надела. А то могла бы в трусах пойти. Хотя я трусов не ношу. Пойдем. Пойдем, моя кошечка. Подожди, Люся, все запуталось. Все пропало, шеф. Да подожди ты. Молодец, молодец, Люся. Давай. Давай. Солнышко заходит. Ой, красота. Страшная сила. Люсь, а что ты в эту сторону пошла, а не в ту? Пошли бы солнышко посмотрели. Пойдем. Пойдем солнышко посмотрим. А то он сейчас спрячется. Перезаплела я там как-то хвостик. Не знаю, может получше. Может еще хуже стало. Пойдем. Внизу снимаю себя красотку. Пошли, пошли, пошли. Пошли, пошли, пошли. Кто там? Юля. Юля. Нет? Не Юля? А кто? Кто там? Собачка. Собачки маленькие. Маленькие собачки. Ой. Ой. Маленькие собачки. Маленькие собачки. Пойдем, пойдем, пойдем. Ой. И там где-то еще одна вякает. На площадке на детской. Не вижу. Ослепилось солнцем. Все зашло. Фух. Хорошо. И шорты спадают. Надо завязать. Цветочки. Привет. Цветочки. Сколько любви. И фонарики зажглись. Красота. Гав-гав-гав. Гав-гав-гав. Ой, как красиво. Привет, цветочки. Привет. Смотрите, какие цветочки божественные. Солнышко, пока. Комары надо мной летают. Да-да-да. Эти все подцветали. Уже сухие. Все до одного. Ой, как я тут хожу. И эти тоже. Акашка все растет. Красивущая. Хочу сфотать. Сфотала. А этот какой? Уже по мне комары ходят. Люсь, пойдем. Привет. Девушка. Пошкребунья. Стрекоза. Я в тапочках. Чего нет тут деревня? Вон там где-то солнышко ушло.
Пока, солнышко. Пока. Красиво. И фонарики загорелись. Видите, вон? И там тоже. И там тоже загорелись. И там везде. Идем. Чего она сюда меня ведет? Не знаю. Я рассчитывала в другую сторону идти. А она сюда идет. Жесть, там еще на домах солнышко есть. Там на верхушках домов. О, икона. Где Юля твоя? Ищи! Ищи, следопыт. Где Юля? Юля! Где Юля? Харита, где Юля? Где? Ищи! Где Юля? Там одно маленькое облачко. Вон, высоко. И оно солнышком это подсвечивается. Видите, какое розовенькое? Как губки. Пойдем. Ой, какое деревцо. Красивущее. Это маслина, походу. Похоже на облепиху, но листья побольше. Чуток у облепихи поменьше. Еще больше облачков стало. Подожди, Люсь. Смотрите. Вот сколько их стало. Красиво. Очень. Сфотаю. О, вот тут. Ух ты. Стой, Хура. Куда тебя присобачить, чтобы ты не побежала? Давай тут. Между коленками. Хочу завязать шорты. Куда ты настопорилась там уже? Увидела мужика с велосипедом. Вся прям на него заточилась. А, там собачка. Собачка. Кишкомар. Пойдем. Юльевна. Пойдем. Мужику машет хвостом. У нее как настроение. Иногда пробивает, что так девушек любит иногда. Что мужиков прям радуется им. Тут тоже как камешками все повыкладывали. Приколисты. Как она дышит. Юля! А где Юля? Смотри. Вон идет Юля. Юля! А где Юля твоя? Нагавкала на мужика. Юля! А где Юля? Вот она, Юля твоя, пришла. Боже, боже. Счастье есть. Его не может не быть. Все. Иди домой. Иди. Пока. Пока. А я пойду пройдусь. Ой, как хорошо. Как хорошо без Хариты. Мои любимые. Это что там? Солнышко там на верхушках домов. Красиво. Там пятерочка где-то. Сквозь иголочки. Тоже красиво. Пойду пройдусь по своему двору. Где я дворником работаю. По-моему, чистота. Под бордюрчиками все повыметало. Везде красота и чистота. Тут цветочки. Там даже выгребало. Там столько было бутылок, мусора и всего. Тут все выметало. Какую-то листву. Не знаю чего. Мешками тягало. Кто-то смеется. Девочки там на балконе смеются. Тут везде у меня чистенько. Все убрано.
Я даже утром в 5 утра тут лужу разгоняла. Она была на всю дорогу. Птички поют, слышите? Хотя солнышко уже почти зашло. Очень красиво. Тут с площадки сколько я выносила всяких бутылок, пачек от этого, от чипсов. Все вот те урны были до верха. Или до верха. Не знаю. Березка. Пахнет, знаете, чем? Костром и шашлыками. Реально. Я сварила суп. Просто обалденный. Закинула ребрышки. И варились. Наверное, часа три, потому что я с Розочкой общалась, поздравляла ее с днем рождения. Еще раз поздравляю, Розочка, с днем рождения. Желаю тебе любви. Вот, потом рассказывала ей про свою жизнь. Ну, она спрашивала, она говорит, я думала, у тебя трое деток, а у тебя, оказывается, четверо. Вот, потом пошла, посмотрела, мясо уже такое, прям, знаете, как от кости, от этих ребер отходит. Просто обалденно. Вот. Я туда киданула рис, зелень и картошечку. Ну, морковку раньше. И лук, и чеснок, и все. И столько зелени насыпала всякой разной. Вот, получился такой вкусный. А мясо поотдавала Харите. Не ем мясо. Вот вообще мне что-то не идет с детства. Томочка, смотри. Привет тебе. И тебе привет. От Томочки. А эти какие. Смотрите, какие красивущие. А где беленький? Подожди, хочу беленький. О. Боже. Ира. А листочки какие обалденные. Прям художественное творение какое-то. Реально сказка. Видите, какие они? Прям чудотворное какое-то. Нерукотворное творение. Давай фокусируйся, Люсь. Давай. Не хочет. Хочу вот этот белый. О, да, так. Yes, of course. А эти какие, смотрите. Просто красавчики. А эти. Все, Ира встряла. Та-да-та-да-та-да-та-да-та. Да-да-да-да-да. Вот никак не приспособлюсь к нему. То он фокусируется и так классно показывает, то вообще нет. Не понимаю. Ладно. Как говорил Никулин, по-моему, или Вицин, Никулин, да. Будем искать с перламутровыми пуговками. Эти какие. Вы знаете, что вот эти надо есть? Вот так выкапывать, мыть, резать салатик и есть. Это очень-очень-очень полезно. Особенно для женщин. Хотя для мужчин тоже. Красотулечки какие. Ой, не могу. Смотрите, какие нежненькие.
я прям улетаю в эту красоту природы. И тут травочка. Правда, тут везде писают собачки. И чё? И писают, и чё? Можно же помыть потом ножки, если ходить босичком. Лопушок какой, смотрите. Это что-то. Я наснимала фотографии. Подруга мне говорит, как у тебя классно телефон снимает. Что? Можно даже не это. Ну, как она вот пишет картины. Она берет, идет в фотостудию, и там ей делают, короче, этот самый, фотографию какую-то там крупно снимает. И потом с нее там что-то рисует, пишет картины. А с телефона сейчас, с моего, можно так, потому что очень-очень четко можно прорисовывать каждую вот эту малепуську. Ой, красота! А тут белый клевер. Томочка! Передаю привет от тебя клеверу. Красивый. Очень. Тут желтые листочки висят. Смотрите, какие обалденные. Как мягкая гусеница. А эти какие? Вообще. Вот такое чудо природы. И тут сколько клевера беленького и красненького. Можно корову заводить. И ромашечки. Привет. Ромашка. Красота. Страшная сила. Такая у меня прогулка непонятная. Везде вам свет зажгли. Видите? И тут. И там. И там. И по всей улице фонари горят. И тут тоже, и там тоже. Вот кто вам еще покажет фонари Великого Новгорода? Никто! Люблю вас, мои хорошие, всем божественного вечера. Спасибо, что вы есть. Очень-очень-очень люблю вас. Всех-всех-всех. Абсолютно. Mm-hmm.